Музыка, проникновенные стихи и речи. Так начался четверг на Одинцовской улице «Солнечная». Торжественное настроение – неотъемлемый атрибут традиционной акции «Марш Победы». Мы идем почтить память наших земляков, так сказать, продолжение той памяти и того подвига, который они несли через года, чтобы будущие поколения, так сказать, знали, за счет кого они сейчас живут и кому они должны быть обязаны. Торжественное шествие началось у городского дома культуры «Солнечный». Его сотрудники уже много лет участвуют в организации массовых мероприятий. Не стал исключением и этот год. Традиционный марш победы собрал здесь сотни человек. Представители культуры, политики и, конечно же, образовательных учреждений Одинцовского района и городского поселения Одинцова. Мы идем к памятнику. А кто у тебя воевал? Дед Павел, дед Петя и деда Фима. Деда Фима был военный фотокорреспондент. В связи с проведением марша в 8-м микрорайоне временно установили особый режим дорожного движения. Безопасность обеспечивали десятки полицейских. Шествие остановилось у мемориала вблизи деревни Глазынино. Здесь мы видим фамилии. Это реальные люди, реальные бойцы, которые похоронены здесь. И каждый год, каждый день мы должны приходить, кланяться им, бойцам, в этой братской могилы и, конечно же, жить, верить и любить свою родину. В акции приняли участие около 700 детей и подростков, а также 40 ветеранов Великой Отечественной войны. Связь старшего и младшего поколений – это одна из главных причин проведения подобных массовых мероприятий. Святослав Савенков, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».